Всем доброго времени суток, 8.09.2020. Со мной поделились вот такой вот интересной информацией. Сейчас я вам покрупнее сделаю. Смотрите, почта, извещение, кому Алексей Юрьевич, адрес, индекс и СССР, РСФСР, Самарская область. То есть очень интересно, конечно, как это можно сделать. Я сейчас поставлю вам видео, где он подробно рассказывает. Я считаю, даже тем, кто вот сейчас получает паспорта СССР, каждый может сделать, чтобы вам приходило непосредственно по тем данным, которые записаны у вас в паспорте СССР, также и военный билет и любой другой документ. В общем, давайте сейчас тогда я включу вам видео Алексея. Всем доброго времени суток. С почты пришло извещение на судебное письмо. Нужно зарегистрироваться на Почте России на компьютере, либо же в телефонном приложении. Здесь указан трек-номер. Вот он, под штрих-кодом. Его вводим вот сюда. Нажимаем поиск. Вот он нашел наше это отправление, на которое пришло извещение. Здесь чуть ниже «Заполнить анкету» есть такая строчка «Заполнить извещение». Жмем. Вот. Параметры отправления. Данные получателя. Можем указывать все, что вам хочется. Например, человек, фамилия, нет, имя, фамилия, отчество. Ниже адрес. СССР. РСФСР. Перед этим можно поставить индекс. Индекс, как я понимаю, не менялся со времен СССР. Каждый ставит свой. Далее указываем свой адрес. Город, область, улица, дом. Дальше идет удостоверение личности. Здесь вот нажимаем на треугольничек. И у нас выпадает список. Паспорт РФ, паспорт СССР, военный билет. Ну, все, что есть у вас, какой документ вы хотите указать. Я указываю военный билет. У меня военный билет СССР, я его указываю. Вот, все данные заполняются в соответствии с документом. Жмем «Скачать бланк». Вот здесь скачивается бланк внизу. Все скачали, открываем. Вот. И у нас получилось извещение с трек-номером, который был указан в извещении с почты. Только данные получились наши.
То есть сюда можете вводить не человек, а просто имя, фамилия, имя, отчество, фамилия, адрес свой. Вот. Здесь тоже все данные. Вот получился такой документ. Распечатывается в двух экземплярах. И идете на почту. Один экземпляр оставляете им, а на вашем экземпляре он ставит подпись о выдаче и здесь ставит печать Почты России. Они его пропускают через сканер штрих-кода. То есть вот этот код сканируют. И в их базе вы отражаетесь с данными как территория СССР, РСФСР. Слава роду! Ну вот, как вы увидели, все на самом деле оказывается просто. Я ему сейчас написал, чтоб ссылку на программку скинул, что это за программа вообще. Так, а вот как раз печатает. Сейчас ссылочку получу и ссылочку на программу скину под видео в описании. Так что, друзья, кто там получает почту постоянно, кстати, профсоюзная почта, очень полезная, кстати, информация, чтобы нам приходила на почту с адресом СССР, СФСР. Демкин Сергей Александрович, прими на заметочку, пожалуйста. Все, друзья, всех благ. А, или это, вот, какую программу, это Почта России. Все, я понял, это... Значит, заходить именно на официальный сайт Почты России и все вот по порядку там делать. Потому что я как бы туда никогда не лазю и, конечно, мог перепутать. Ну, все, в принципе, понятно тогда. Каждый, кто, ну, более-менее разбирается, я вот лично вообще не понимаю, как туда заходить. Это не мое абсолютно. Пожалуйста, можете все по порядочку повторить и все перепроверить. Пишите комментарии, что думаете по этому поводу. Ну, а я, как обычно, желаю всех благ, благоразумия и до скорой встречи.